В амурских вузах никогда не было традиции подготовки таких специалистов, и поэтому мы, конечно, испытываем большой дефицит и в компетенциях, и в специалистах, и в лабораторной базе. Поэтому мы вот обратились к одному из самых уважаемых университетов в нашей стране, вот, который работает в аэрокосмической отрасли, к Сибирскому государственному аэрокосмическому университету, помочь нам в становлении вот таких космических специальностей на базе Амурского государственного университета.